Но я бы что хотел вам сказать, посоветовать вам. Давайте, раз вы меня приглашаете, мы совместно съездим, проведем проверки в наших сетях торговых качества продукции. Проверим. Я же это делал уже в Ачинске. С термометром специальным. И замерял мясо и овощи. Но везде превышение. Везде. 90% превышение. И этим наши граждане питаются. Здесь, конечно, можно обращаться и в надзорные органы, чтобы проверили там все это. Ну, ничего, проверят, выявят, а дальше что? Дальше что? Ну, я здесь 4 года бьюсь. 4 года бьюсь. По поводу того, чтобы создали специальный орган по питанию агентства, либо там министерства. Вы элементарно, вы не хотите здесь в структуре, в законодательном собрании создать комитет по питанию. Я готов возглавить был этот комитет. Но вы не хотите этого. И мы так и будем заниматься. Вот заслушивание, все. А вот министерство, пусть встретит. Вы чем занимаетесь? Вы занимаетесь растениеводством и животноводством. Вы питанием же не занимаетесь. Понимаете? И торговлей вы занимаетесь. Все в одно министерство. Все туда запихали. Надо вытащить с этого. Они должны заниматься только сельским хозяйством. Да, торговля отдельно, питание отдельно. Мы этого не хотим делать. Не хотим. Понимаете? А потом на здравоохранение мы выделяем миллионы, чтобы наши граждане лечить начинают. Так вот давайте мы их накормим качественной продукцией, чтобы они ели хорошую пищу. Мы этого не хотим. Видите, спасибо. Денис Геннадьевич, спасибо.